Хочу выразить огромную благодарность администрации города Зеленодольска за предоставленный хлам. Эта техника пригодна только на запчасти. Тут покрышки уже треснули. Один выезд и все, она не вернется. Как она может раненых вывозить? Вы думаете башкой, прежде чем делать? Позоритесь только, позорите Татарстан. Самим ремонтировать, вот. У тебя-то? О, стопори горят, чудо, ё-моё! Тут что-то работает в этой машине. Заканчивайте это все. Надоело. Будьте людьми. Тут парни гибнут, а вы это, все показушкой занимаетесь. Настолько миллионов хлама отправили. Вот так остановились, видите, поворот, вот так остановились. Тормозов нет, уроды, что делаете? Я жить хочу, если что. От пуль не сдохнешь, от вашей гуманитарки сдохнешь. Не надо поплескивать свои плохие эмоции на Зеленодольск. Зеленодольск в лице нашего главы Михаила Павловича старается и будет стараться помогать ребятам. В принципе, это наша общая задача. Так что, еще раз просьба, негативные вот эти видео, которые выгодно используют наши враги, не ссылайте больше, прекращайте вот это все панику. Из данной ситуации мы сделаем выводы, работу мы продолжим, нас ничто не сможет остановить.